Всем привет! Мы сегодня солим арбузы в вакуумной системе посуды МЦ. Берем чашку или любую емкость на 20 сантиметров, наливаем немножко холодной воды. В воде растворяем специи. Здесь у нас 3 чайных ложечки соли с русского магазина с большой горкой, чайная ложечка сахара, чеснок, лавровый лист, укроп, петрушка, и можно добавить любые специи по вашему вкусу. Немножко растворим. Добавили еще пол чайной ложечки дилькройтера. В рассол кладем арбуз, порезанный на кусочки. Хватит. Заливаем еще водой, чтобы арбуз был в воде. Берем крышку вакуумную. Стрелочки должны быть напротив друг друга. Прижимаем, там просто резиночка. И насосом без насадки выкачиваем воздух. Прибор остановился, закрываем на закрытый замок и хорошо перемешиваем. Арбузы оставляем постоять на 2 часа, просолиться. Открываем. Прошло время. Выкладываем. Арбузы готовые. Если кому-то мало соли или мало времени, всегда можно оставить на 3 часа, на 4 или добавить больше соли. Это дело вкуса. Вот такой соленый арбуз, нежный и сочный у нас получился.